Певица Валерия колесит с концертами по стране. Ее графики уже 28-й по счету город. Ты не поверишь, мы в Саратове, в моем родном городе. Накануне концерта Валерия волнуется как никогда. Ведь сегодня смотреть шоу будут ее родители. Ну, оригинально, на такой площадке мы еще не работали, что могу сказать. И мочиться два раза нельзя. Пока певица распевается, ее продюсер, он же муж, встречает родственников. Это дядя Володя, почетный строитель. Это папа, дирижер. Это брат Валерии. Большой, видишь, какой. Целая гора. Папа Валерии, Юрий Иванович, камеры до сих пор стесняется. Сделать болезнь и не болеем. Но с удовольствием рассказывает, как и где отдыхал со своей знаменитой дочерью. В этом году на 2 месяца уезжали вместе с ней в Швейцарию. А вот и мама Валерии. Лерусь, мама пришла, молока принесла. Что, можно я сначала? Все хорошо. Он говорит, острый ничего нет, в понедельник приедет. Что, я требовала доказать? Да. Галина Николаевна на днях испугала свою дочь-звезду. Она попала в больницу. Я никому не говорила. Зарница такая у нас вечная. Знаменитая певица не скрывает. Мама – самый дорогой для нее человек. Соскучились мы. На связи, да? Они переживают, что из-за своей работы Валерия не досыпает и не доедает. Я забыла все блюда, которые она любит. Она категорически отказывается нормально есть. Что я могу сказать? Могу только возмущаться. Галина Николаевна уже давно смирилась со звездным статусом дочери. А вот сама не любит быть в центре внимания. Ну, девочки, мальчики, хватит. Не надо. Я уже больше не исчерпала все свои эти... Вы меня плохо снимаете. Профиль – это не мой вариант. Родителям пора занимать почетные места, а Валерию ждут гримеры и костюмеры. Ты не поверишь. Ну, до начала концерта всего 15 минут, и мне нужно приводить тебя в порядок. Пошла. Давай, целуй. Все, пока. Увидимся. Иосиф Пригожин раздает пригласительные друзьям Валерии и ее родителей. Близкие на концерты певицы всегда ходят бесплатно. У вас есть земной шар, знаете. Спасибо вам. Есть шар земной, это маловато. Вот Луна, Марс. В зале не осталось ни одного свободного места. Добрый вечер, друзья. Я ужасно рада снова быть в родных местах. В родном городе Валерия пела 3 часа. Модные шоу певицы в Саратове запомнят надолго. А после концерта папа Валерии, как порядочный поклонник, подошел к ней с диском. У родной дочери автограф надо взять. В Саратове Валерия была всего 5 часов. Она даже не успела заехать к родителям в гости. И прямо из концертного зала отправилась на вокзал. Прощай, любимый город. Уходим, куда мы уезжаем, в Самару.